любимым занятием и профессией 20-летнего автомеханика Славика Карсляна из Нинасминды является ремонт и техническое обслуживание автомобилей. Сварка, починка и окраска деталей – вот чем занимается Славик. Любовь к мастерству возникла с детства и передалась от отца и деда. Отец сварщик, а дед был кузнецом, говорит Славик Карслян. Лучше быть мастером и иметь работу, чем быть юристом и сидеть дома, говорит Славик. У Славика есть две мастерские. В одной мастерской проводит ремонт и окраску, а в другой сварку деталей. Сварки горзены, интех, печер, мечер, дезет, печер. По словам мастера, в данном деле помогает интернет. В таких вопросах затрудняюсь, по интернету нахожу все, что мне нужно, и с легкостью справляюсь, отмечает мастер. Есть машина, я носил ламбо петли, или? Кузе машину спрятать унинген, если тура ханки с мам тушь пасту, или ту спасу вели, нам ламбо петли кузе дали, что я с мам каймур сорвим, дефто тенен ди сак видим, панча, если каем сорвим гели. Мечта 20-летнего Славика Карсляна купить автомобиль BMW и делать тюнинг своими руками. А так что здесь